Одесса преображается. За ночь в городе появился новый объект благоустройства. Правда, непонятно, это щит, борт, прицеп или скамейка нового типа. Как лавку новые рекламные носители одесситы уже используют. В этом месте как раз нет остановки, так что железяка даже в помощь горожанам. Немножко присела, то ноги болят, я ж от самого утра. А кто такой Никогасян Ливон? Какие красивые плакаты напечатаны. Пишут, что оно в аптеках. Сколько вам сейчас обходится корзинка с продуктами? Я беру на свою пенсию, что подешевле. Косточки беру, варю и первую, вторую воду сливаю, а третья моя. Для ног, чтобы ходили, надо, чтобы была смазка колени, чтобы работала, чтобы не идти к врачам. Не ходить к ним. Однако новую полезную конструкцию оценили не все. Местные предприниматели жалуются на скамейка-прицеп. Мол, неэстетично и нелогично этому приспособлению украшать улицу Михайловскую. Мы обращались к городским властям совсем недавно, чтобы поставить какой-то лайтбокс, да, с рекламой нашего предприятия. Хотели заплатить деньги в бюджет, хотели все это законно провести. Нам сказали, что категорически нельзя. Почему? Потому что эта дорога какая-то стратегическая. Во время проезда кортежа с аэропорта может быть какой-то снайпер. Сейчас во время, очень сложное для Украины, во время АТО и все остальное, тратить миллионы гривен на подобного рода рекламу, ну, не совсем целесообразно. Оценили пока что только седативные свойства скамейки от нового кандидата. Анастасия Большедворова, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.